Сегодня начальник регионального управления социальной защиты населения Елена Ботанова провела личный прием граждан. Жители Белгорода и отдаленных районов задавали как бытовые вопросы, так и острые, связанные с социальной помощью. Каждое такое обращение представители соцзащиты рассматривают в течение 2 дней и обязательно берут под особый контроль, подключая для их решения администрации районов, органы исполнительной власти, а иногда и благотворительные организации. Пришел сюда, значит, очень важно, чтобы его услышали, а еще важно, чтобы ему помогли. Ну, уже если мы не можем помочь, то мы во всяком случае пытаемся объяснить, почему мы этого не можем сегодня сделать, или мы это сможем сделать, но чуть-чуть попозже. Часто это вопросы, связанные с коммунальными платежами, с задолженностью, может быть, за коммунальные платежи, за компенсации спрашивают, почему в таком размере. Записаться на личный прием граждан можно в общественной приемной партии «Единая Россия» в Белгороде по адресу улица Попова, дом 20. Попасть на прием можно и у себя в районе. График размещен на официальном сайте Белгородского отделения «Единороссов».